согласились помочь донести игрушку. Чё она у тебя такая тяжёлая-то, а? Там аккумулятор здоровый. Это же наша российская модель. Ваш билетик? У нас нет билета. Так вышло. Вызываем полицию? Так, ну зачем полицию-то? Полиция-то зачем? Ё-моё! Ай! Больно же! Девочка, иди отсюда! А ты сейчас как... А то что? Я вообще стоял здесь спокойно. Потом подошла она, начала плакать. Потом подошли вы, начали наезжать на меня. И что теперь? Мы еще и виноваты? То, что ты предлагаешь на китайской бирже, вообще не работает. Да верну я ваши деньги. Для меня такая сумма вообще не проблема. Не догонишь! Держи его! Не знаю. Мне не нравится твоя затея вся эта. Тебе точно 9 лет? Паспорт давай. Поехали за ними. Сейчас критический момент. И по идее, именно сейчас все должно сработать. Это понятно? Вот из Москвы по факту пришло. Ну вы так-то не смотрите. Это я сейчас пандой работаю, а так-то я бизнесмен. Куда вас? Нам до Сочи. Я представляю лицо хозяина судна, когда он завтра увидит, что его нет. Какой Орешкин? Какая панда? Какая железная дорога? Да ты? Что? Все, мелкий, ты достал меня! За 10 штук баксов я мог Бэтмена нанять, а мне попался нытик и неудачник, который еще и в лотерею верит. В отличие от вас, Артем Николаевич, я думаю на шаг вперед. Я сейчас. Миша лох. Что? Это другой Миша.